Теплую. Наверх ближе шерсти. Как я могу? Подтянуть надо некоторые места. Теряет, что ли? Ну, это ж фиксатор какой-то должен быть. На диске. Так, 9 килограмм сзади. Вы не подаете? Я к ним не могу. Нет, не сюда. Да ладно. Давай, видишь, вот это откуда вот здесь? Подкачиваем жилет, у вас есть синяя кнопка для этого. Всплыли, жилет подкачали. Все, и ждем инструктора наверху. Никуда не надо ничего никого искать, потому что потеряетесь, это будет дольше. Инструктора за вами будут следить, там, помогать вам, но все равно у вас в левом кармане есть прибор, по которому показывает, сколько у вас осталось здесь давления. Когда идет до 50, это значит, что нужно всплывать. Есть еще минут 10, но как бы всплываем, потому что лучше подняться, подкачать жилет наверху, дождетесь инструктора. Крабов, дельфинов, пингвинов в жилеты не пихаем. Можно взять только ракушки. Как бы ты не видишь, мы не готовы. Все. И назад давайте. Ко мне ближе подплыть. Сейчас мы еще пофотографируемся. Сюда, сюда. Парень, давай сюда. Ластами, ластами. Дерби, поправляй. А.